Терминальные сервисы – это один большая роль. На самом деле состоит из скольки? Правильно, 5 основных, чтобы не вымазать грязными руками корпоративные доски. Из 5 основных вещей. То есть первое, собственно говоря, то, что мы привыкли видеть как терминал-сервер. Терминал-сервер в настоящий момент это все, что касается выполнения приложения. Как десктопа целиком, да, то есть в привычном режиме, так и remote application. Отдельно роли remote application для терминальной службы не присутствует. То есть это все просто внутри терминальной службы. Соответственно, терминальная служба, служба управления нашими дорогими терминалами. Выбирая, обратите внимание, то, о чем говорили большевики, я это сознательно сделал, да? Не рекомендуется, потому что это типа уменьшает безопасность и деградирует производительность. На самом деле работать не будет автоматически, проверено опытом, мы говорим, нет. Do not install, cancel. Для этого я, собственно говоря, запустил. А раньше же работало? Раньше работало. Да. От вас же надо защищаться тоже. У меня здесь есть application server, который мы тут делали домен контроллером, потом переделали его назад, помните, в стандартный административный member server. Припариваем десктопы. Там сейчас сам сервер нажим. Добавляем. Вот сейчас, кстати, проверим про валидность и корректность сноса с сервером тех или иных ролей. О, Active Directory, что ты у меня сейчас стоит здесь? А, я DC Promo запустил, но снесло, а сами Active Directory не снесло. Так, факсовый сервер, DNS сервер. DNS нам не нужен, факсовый, ну пусть будет. Так. Удаляются, собственно говоря, бинарные файлы. Хотел поставить ставиться, отпустить вас на перерыв, наверное, придется объявить перерывчик раньше. А потом я сам поставлю, да, втихаря. А, и не поставлю, мне же надо пока. Давайте дождемся, сейчас он быстренько удалит. Пока слушаем еще какие-то вопросы, если есть. И тишина. Чего? Кого? Так я же показывал. Forwarding events. Вы подписываетесь? А на другой диск. В смысле на другой диск? Я не думаю, как здесь это свобода. А, вы это имеете? Место хранения. Место хранения логов. Пожалуйста, меняйте. Можно посмотреть, кто подписан на нас. А кому сейчас легко? Все. Как положено. Так, удалила? А, рестарт. Ну ладно. Ну, быстро перегрузится. Перформанс-алерты там же. Что? Перформанс-алерты. Перформанс-алерты, да, здесь же. Подписано. Дата коллектора. Систем. О, систем. Да, ну. А с той же, как я слышал, что вы можете поменять. В смысле?
совесть эту менять нужно. Да, так они в 2003-м просто раньше можно было сделать, ну, basic диск сначала явно поменять динамик. А теперь, если я просто говорю, это shrink volume там, он сначала переделывает вид в динамик на ходу. То есть раньше это было явное требование. Вот он говорит, можем ввести новый размер и отрезать его. Ну, мы же стараемся. Если есть компании, разработчики, которые сделали это для нас, то чего же нам не сделать? То есть это можно делать на ходу. Причем он сам делает это, как бы прозрачно для юзера. Размер системного диска тоже сейчас. Ну вот, да, вот я показываю. Смотрите, берете, говорим shrink volume. А диски тоже есть включение CPU и SMB. Да, осталось ограничение. Ну это для любых workstation такое ограничение. Ну и спать, как это сделано. Ну, да. Вот, я говорю, можно, давай-ка ты мне сделаешь 15 гиг или там 14 гиг. Да, shrink space, sorry. Давай ты мне сделаешь 5 гиг свободного места. Я вот сейчас свой сделаю динамик, смотрите, знаете. Он на ходу. Он на ходу сейчас делает монтирование того, расширение того, сделать из него там системный, зеркальный, не зеркальный, то есть ему уже все глубинно пофиг. Причем система продолжает абсолютно нормально. Раньше, когда первый динамический делал, он перезагрузок не было у вас. Ну вот. Я, честно говоря, не думал, что это такая важная фича. Вы же как бы добавляете. Ну, обычно уже самим рейдом, ну, режут сейчас. Ну, да, да, можно, да, на ходу. То есть не проблема. Partition Magic уже не нужен. Как это не нужен? Нужно. Как же выглядит в глазах других шаманов? Это для десктопных решений, он себя уже не поддерживает. Не, есть же и сервер. Называется слово Magic. Понимаете, Partition Magic придает вам в глазах других уровень человека, который типа знает что-то, чего не знают другие. Как это не надо его использовать? Да, шаман, гуглин. Кстати, гуглин, он тут. В сумочке лежит, как надо. Потому что на админе будет инсталлировано. На флешках. Это сейчас этот загрузится, да? Ну, сейчас он еще раз запустит, типа, окончание удаления. Это как бы не торопитесь нажимать, вот особенно после таких операций он должен подумать, проверить все, целостность конфигурации. То есть он не зря это делает, он вот снес бинарник, он прочекал, убедился в том, что система теперь целостная. То есть это полезная часть работы. То есть для вашей же спокойной жизни потом. Да. Видите, снес все корректно. А размер кластера 16. То есть не увеличится, ну, потому что 16. Нет, было тогда 8 для Enterprise и 16 для Enterprise. А сейчас 16 для Apple. А, вот. Собственно говоря, иди сюда, мой белый хлеб. Добавить тебе роль. Добавить роль терминальных служб. Next. Итак, терминал сервер мы уже выбрали. Лицензирование, естественно, мы выбираем, да, как сервер лицензирования, который должен выдавать клиентам лицензии. Потом посмотрим, как его активировать. Он просто, в принципе, активируется. И, собственно говоря, три новых роли, о котором говорили большевики в виде презентации. Терминал сервер, session broker.
терминал-сервис не имеет возможности работать в режиме NLP напрямую. Терминал-сервис Session Pro